Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу и продолжаем готовиться к матчу Лиги Наций против сербов. В этом ролике я попытаюсь проанализировать все сильные и слабые стороны нашей команды, а также нашего соперника. И здесь мы попытаемся спрогнозировать, как же пройдет этот важный матч. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и давайте испытаем патриотических, так скажем, побуждений, начнем анализ и разбор будущих соперников с российской сборной. В чем наше преимущество, в чем наши плюсы, давайте разберемся. Во-первых, мы играем дома. А дома, как известно, и стены помогают, и психологически тебе попроще, ну и при этом сербам предстоит перелет, акклиматизация и все остальное. Также отметим, что результаты последних матчей между российской и сербской сборной все-таки в нашу пользу. Одна победа, две ничьи и ноль поражений за последнее время. Ну и в целом хотелось бы отметить, что последние результаты российской команды, они как-то убедительнее сербских. Мы все-таки попадаем на крупные турниры, на чемпионат Европы попали, сейчас чуть было не сказал, что мы попали на чемпионат мира, там, понятное дело, была прямая наша путевка, как хозяев, но на Евро-2021 мы все-таки пробились, в отличие от сербов, у которых сейчас есть шанс только через Лигу Наций. И вообще хотелось бы отметить, сербы, за ними закрепился какой-то статус талантливых неудачников. Сумасшедший состав, великолепный подбор исполнителей, и уже сколько лет они не могут никуда пробиться. Какой-то кошмар. Поэтому здесь наша сборная в чем-то выглядит, знаете, послабее, если брать состав, но поуспешнее в плане результатов. Ну и поэтому нужно отметить, что в последних, например, 9 матчах в принципе у нашей сборной всего одно поражение от бельгийцев и 8 побед. Ну и бельгийцы, ну как бы это сказать помягче, им, наверное, проиграть сейчас не стыдно. Это, возможно, сильнейшая сборная мира. Во всяком случае, по рейтингу FIFA они являются лучшей сборной на планете здесь и сейчас. Поэтому здесь, мне кажется, никаких вопросов к нашей сборной быть не должно. Бельгийцы там были изначально фавориты. У нас были минимальные шансы на успех. Поэтому то, что они выиграли, ну это вполне себе логично. А все остальные матчи мы побеждаем. А вот у сербов в 9 последних матчах 6 побед, ничья и 2 поражения. Поэтому есть о чем призадуматься. Также важным фактором будет и то, что практически вся наша сборная уже начала официальный сезон. Большинство наших игроков выступают за российские клубы. Правда, парочка у нас вообще сидит без команд. Это Кузяев и Нойштеттер. Но это отдельная тема. В целом же большинство наших футболистов уже стартовало. Уже набрали они неплохие кондиции. Уже получили игровую практику. Поэтому сейчас наша команда находится в лучшем физическом состоянии. И в лучшем игровом тонусе. Ну и к тому же, если продолжать тему физики, следует отметить, что в плане антропометрических данных, роста, веса и всего остального, мы превосходим сербов, у нас по мускулистей команда, и здесь за счет Зюбы, Соболева и других исполнителей мы можем попытаться забить со стандартов, со стандартных положений угловых, штрафных и так далее, мы можем попытаться продавить соперника за счет силовой игры. В общем, если не пойдут комбинации, есть хороший план Б. Кстати, насчет плана и стратегии следует отметить, что в тренерской дуэли Черчесова и Тумбаковича, на мой взгляд, Станислав Саламович смотрится приоритетнее, потому что он на уровне сборных был как-то убедительнее. Все-таки сборная России при нем худо-бедно результатов добивается. А вот если брать Тумбаковича, то к нему есть определенные вопросы. Ну, например, вспоминая его сборную Черногории, там он, имея в составе Йоветича, Мирка Вучинича, Савича того же самого, как-то не добился особых результатов. И понятное дело, что некоторые футболисты были травмированы, как Йоветич, некоторые постепенно закончили карьеру, но в целом у черногорцев был неплохой состав. Однако Тумбакович, руководя этой сборной, особых каких-то результатов, на мой взгляд, не добился. Ну и если сравнивать составы, здесь сербы в целом сильнее нас на большинстве позиций, но наши фланги, мне кажется, поинтереснее, что очень важно, потому что Марио Фернандес справа, Жирков вполне возможно слева, это лучше, чем то,
то, что есть у сербов. Потому что у югославов, например, вообще нету правого защитника в составе. В принципе, есть центральные, левые, правого нет. Вот такая вот проблема есть у состава сербской команды. Поэтому в данном случае наши бровки смотрятся поинтереснее. Тем более, что Марио Фернандес это сейчас чуть ли не самый сильный футболист нашей страны. Ну и поэтому нужно отметить, что наш состав, на мой взгляд, несколько глубже, чем у сербов. Да, у югославов очень мощная стартовая подборка исполнителей. Основной состав, стартовые 11 игроков, будут невероятно крутые. Но вот на скамейке, на самом деле, как мне кажется, у нас может быть даже побольше вариантов, чем у сербов. Хотя, это, конечно, вопрос дискуссионный. Ну а теперь пройдемся по нашим братьям-славянам, по югославам из Сербии. Какие у них есть преимущества? Во-первых, у них лучше состав. Особенно сейчас, когда у нас есть серьезные потери в лице Баринова, Головина, Алексея Миранчука. Луценко, наверное, не такая тяжелая потеря, но все равно, с ним бы было, может быть, больше выбора в атакующей группе. Так или иначе, если брать стартовую обойму, то здесь сербы, скорее всего, в одну калитку нас превосходят. Голкиперы, ну, Дмитрович из Эйбара, Райкович из Реймса, это отличные стражи ворот, я считаю, что они сейчас объективно сильнее Гильермо, и Шунина, и Джанаева. Вообще, я уже высказывался на эту тему, на мой взгляд, вызывать нужно было Белинова, Дзюпина и Михаила Киржакова, других голкиперов, тогда ситуация была бы иной, а так, выбор вратарей, на мой взгляд, неудачный, будем надеяться, что Черчесов, может быть, знает чего-то, что не знаю я, потому что все-таки Черчесов сам бывший голкипер, может, он какие-то нюансы подметил, которые были мне незаметны, но на данный момент я считаю, что Гильермо явно не лучший голкипер страны, как и Шунин с Джанаевым, и здесь мы не сможем противопоставить сербам равноценных голкиперов. Если брать защиту, то на флангах она лучше у нас, но в центре убедительнее смотрятся сербы. Здесь и Максимович, и Миленкович, и Каларов может здесь выйти. Казалось бы, номинально крайний защитник, но в последнее время он часто выходил в центре обороны. Полузащита также сильнее у сербов. Миленкович, Савич, Костич ближе к атаке, Тадич. Ну и центр нападения. Да, Йович играет мало в Реале, но, на мой взгляд, по таланту он превосходит Зюбу, и тот же самый Митрович хороший, Влахович сумасшедший по таланту футболист, просто будущие суперзвезды, поэтому, объективно говоря, сербы сильнее на всех позициях, и это главная их мощь, у них сильнее игроки. С другой стороны, у сербов традиционно мощный состав, однако это не спасало их долгие годы от провалов, поэтому здесь класс исполнителей далеко не всегда равен успеху. Ну и поэтому нужно отметить, что у сербов, возможно, выше мотивация. Ну, потому что они давненько не попадали на крупные турниры, давненько не добивались успехов. Наша сборная пробилась на чемпионат Европы, мы были на чемпионате мира. У сербов будет больше мотивация показать себя в рамках Лиги Наций. Потому что у этой команды не так много успехов за последнее время и слишком много провалов. Нужно о себе заявить, нужно показать себя. И Лига Наций, это, конечно, для них в определенном смысле шанс. Потому что соперники соизмеримого уровня, здесь можно попробовать добиться успеха. В общем, ситуация такая. Мне кажется, что сербы будут настроены в плане турнира немножко серьезнее. Для них Лига Наций – это шанс реабилитироваться за все предыдущие неудачи. Ну, во всяком случае, мне так кажется, что мотивация у них будет серьезная. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, YouTube-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!